что сад Нины Аполлинарьевны Тарасевич – это сад художника, чувствуется сразу, едва входишь в калитку. Любой обычный предмет в руках художника становится элементом декора. Все здесь выполнено руками Нины Аполлинарьевны. Ворота гаража украшены росписью. Прямо у калитки гостей встречают резные деревянные фигурки. Будьте внимательны. Сад Нины Аполлинарьевны – кладезь идей. На небольшом участке земли расположено много элементов ландшафтного декора. Но все вместе они не выглядят нагромождением, потому что очень гармонично сочетаются по размеру и месту расположения. Сад выглядит единой картиной с любой точки обозрения. По центральной части участка проходит дорожка. Обратите внимание на то, как она выполнена. Большие квадратные плитки разбавлены более мелкими камушками неправильной формы. Таким образом, разбивается монотонность строгих геометрических форм. Линия дорожек не прямая, а извилистая, как в природе, говорит Нина Аполлинарьевна. С одной стороны от дорожки расположена альпийская горка и водоем под высокой елью. Мостик с ажурными перилами сделан по эскизу самой Нины Аполлинарьевны. С другой стороны дорожки расположены клумбы с неровными краями. По периметру клумбы обрамлены газончиком. Сад без газона, что картина без рамы, говорит Нина Аполлинарьевна. А мы, конечно же, соглашаемся с художником и в свою копилку идей добавляем еще одну. Конечно же, все получилось далеко не сразу. Что-то менялось, что-то добавлялось. Растения переносились с места на место. Кто-то остроумно заметил, что растения в саду иногда погибают от головокружения. Обратите внимание на то, что здесь нет ни одной детали. Стена строения, забор или хозяйственная постройка, которые могли бы испортить общую картину. Вот это оригинальное панно выполнено на стене гаража из подручных материалов. Срезали весной сухие ветки – в дело. Разномастные фарфоровые тарелки тоже нашли свое применение. Немного краски, немного фантазии, и уже вместо скучной стены – интересное украшение для участка. На участке у Нины Аполлинарьевны есть настоящая мичуринская яблоня. Когда-то, много лет назад, она сама вырастила ее на карликовом подвое, а потом ради интереса начала прививать на нее разные сорта яблонь. Эта бирка указывает на место прививки. Все сорта, привитые на яблоне, подписаны. Очень интересное зрелище яблоня представляет собой, когда поспевают плоды. На одной яблоне встречаются разные сорта яблок. Желтые и красные, крупные и мелкие. Всех садоводов, условно говоря, можно разделить на две категории. Одни любят, чтобы работа в саду не отнимала много времени. Но зато можно было поваляться на травке, пожарить шашлычок с друзьями. Для других работа на земле доставляет удовольствие. Нина Аполлинарьевна сразу призналась, что она принадлежит к тем, для кого наивысшее блаженство что-нибудь садить, пересаживать, поливать, подкармливать, выхаживать какое-нибудь редкостное растение. Вот эту декоративную яблоньку в прошлом году Нина Аполлинарьевна привела на штамп колоновидной яблони, у которой оказались невкусные плоды. Поэтому, если у вас возникнет такая ситуация,
Не торопитесь выкапывать и выбрасывать саженец. Может получиться вот такое очаровательное деревце. Запаситесь терпением. Не торопитесь. Создание красивого сада – процесс долгий. Пройдет не один год, пока будут получены нужные знания, появится бесценный опыт, пока научитесь понимать каждое растение. А альпийская горка, пруд – это на самом деле настоящее инженерное сооружение. Но ведь сколько удовольствия приносит уход за садом, а сколько радости приносит уже первые успехи. Так что смелее, терзайте!